Добрый день, меня зовут Егор Ботанов. И сегодня я вам напомню о том, что у нас есть такой замечательный инструмент налоговой оптимизации, как непропорциональная реорганизация. Что такое непропорциональная реорганизация и зачем она нужна? Представим, что у нас есть акционерное общество, в котором есть два акционера. Это самый простой пример, который ярко проиллюстрирует наше решение. Один акционер, например, владеет 65% акций, а другой оставшимися 35%. Но при этом у этого общества есть активы двух типов. Есть активы первого типа и второго. И эти акционеры, представим себе, договорились о том, что им нужно поделить эти активы между собой. Компания А хочет получить активы первого типа, и компания Б хочет получить активы второго типа. И таким образом они делят между собой бизнес и продолжают жить там какой-то своей жизнью. Обычно в этой ситуации старую компанию разделяют на две новые. Первая компания владеет активами первого типа, и вторая, соответственно, второго. Однако здесь у нас возникает проблема. Как мы видим на схеме, компания А по-прежнему владеет 65% в обеих компаниях, так же как компания Б владеет по 35% акций в каждой из двух новых компаний. И для того, чтобы эти компании стали единоличными владельцами тех активов, которые им нужно обменять свои акции в ненужных им компаниях, но это реализация ценных бумаг. Этот обмен приведет к значительным налогам у каждой из компаний. И это проблема, которая не решается простым обычным путем. 4 года назад в подобной ситуации, чтобы сэкономить нашим клиентам несколько миллиардов рублей налогов, наши юристы придумали такой прием, как непропорциональная реорганизация. При такой форме акционер А получает в первом обществе сразу 99,9%. И акционер Б в обществе второго типа получает также 99,9%. При этом в ненужных компаниях оба акционера владеют минимальными долями, которые они могут обменять между собой с минимальной налоговой нагрузкой. Я могу отметить, что когда мы разрабатывали эту структуру, многие не верили в то, что это возможно по российскому законодательству. Они говорили, что к нам придут налоговые органы и вменят нам налоговую схему. Но я еще раз повторюсь, что эта модель была разработана 4 года назад. Она была проверена в Минфине и была проверена в ФСФР. И более того, за это время налоговые органы так и не пришли к акционерам с какими-либо налоговыми претензиями. Поэтому я рекомендую смело использовать прием непропорциональной реорганизации в подобных ситуациях. Если вы с чем-то не согласны или вам есть что добавить, пишите, обсудим.